Отец говорил мне, что мое восприятие мира – это дар, и что я не такой, как все. Самой классной игрой, в которую мы играли, была исследовательская экспедиция. Отец сказал мне принести что-нибудь из каждого десятилетия 20 века. Я нашел то, что было в каждом десятилетии. Ты крут. Почему ты скучаешь? По его голосу. Потому как он говорит, что любит меня. И я. После его смерти я нашел этот ключ в гардеробе. Как я найду замок, который он открывает? Причем здесь отец? Я же сказала, я ничего не знаю про твоего отца. Найти замок, подходящий к этому ключу, будет чудом. Отец хотел, чтобы я нашел то, что этот ключ открывает. Столько людей входят и уходят из твоей жизни. Отец говорил, не стоит бояться. Иногда нужно смотреть своему страху в глаза. Я люблю тебя. Я всегда буду рядом.